отдел со свежей рыбой. Скумбрия по 306, камбала 395, минтай 272, карпы, самы, амур даже, ничего себе, выбор не маленький. Сосиски, вы уж сами смотрите, какие марки и сколько стоит. Огромный просто выбор. Из индейки, из курицы, из свинины, агрокомплекс, дым-дымыч, донские традиции, какие-то ганноверские, коневской, вязанка. Давайте посмотрим, какую цену у нас мясо. У нас филе, грудка. Голени по 160. Окорочка. В общем, акцентировать внимание на чем-то конкретном не буду. Смотрите сами. Полностью тушки 99. Есть цены и выше, купленок бройлер, тушки 151, 135, свежие хлебобулочные у нас здесь изделия, выпечка. Какие ароматы, очень жаль, что камера не передает их вам. Хлебушек. Разные абсолютно виды. Батончики. Когда сами приходим в Ашан, всегда покупаем вот такие помпушечки, 6 рублей штучка. Булочки всегда вкусные, свежие. Берешь перчаточку, накладываешь себе в кулечек. На перекус самое то. Смотрите, разные еще такие сладости. С творогом, с сахарной пудрой. Круассанчики, слоечки, просто сдобные булочки. Маковая булка. Яйцо S1, 10 штук по 48 рублей. S2 по 67. Первая категория, 100, получается 15 штук, 105 рублей. 20 штук, категория высшая, 179 рублей. Первой категории 188 за 30 штук. У кого большие семьи, вообще без проблем можно вот такие сразу планшетки покупать. Различные полуфабрикаты, пельмени. Вареники разных видов, с разной начинкой, творожные, с картофелем, с фруктами, с ягодами. Вообще абсолютно разные варенички. Пельмешки пошли у нас 116, по 110, по 108, различных форм, размеров, манты, хинкали. Смотрите, даже такие интересные, написано, пельмени итальянские, котлеты разные, рыбные, мясные, перчики по 135.
кусочки, слоечки. Настало время показать вам кофе. Кофейный на паях. Ашановский кофе растворимый. Кто пьет кофе, покупает, напишите, какая цена у вас в городе. В банках молотый. 154. Разные виды чаев. Тут у нас зеленый чай, пакетированный. Ну и переходим на чай черный. Рассыпной также. Смотрите, даже кубанский казачок. Здесь в Сочи делается. Интересно. Мой любимый сок, кстати, Дары Кубани. За литр 73 рубля. Здесь у нас в Ашане все соки распределены по вкусам. Если до этого был яблоко, сейчас у нас здесь груша, персик, нектарин, даже абрикосы. Разные закаточки для тех, у кого нет своего огорода, или для тех, кто не любит заморачиваться. Отдел у нас с крупами, рис по 95, по 55, если такой по 48, 91, 71, 67 пропаренный. Сколько же видов риса? Для плова 78, 97. Гречка, магистраль, щебекинская, увелка и манка у нас. Конфеты у нас здесь. Вот в такую цену. Всякие прочие сладости, мармеладки, цена за 100 грамм, соответственно. Всякие такие конфеты, которые вообще впервые вижу, многие даже. Рамельки. Жевательные конфеты, леденцы. Два килограмма по 49, 2 килограмма 46, 54. Макфа, например, сколько у нас стоит? За 2 килограмма 64 рубля по скидке.
А я вот за такую покупала. 2 килограмма 46 рублей. Кукурузная, овсяная мука. Нутовая даже, представляете? Чего я тут только не увидела, соевая. Хочу оставить и свой отзыв. Например, здесь мы покупали простыню на резинке мне. И, честно говоря, она мне совсем не понравилась. Во-первых, нам попалась с браком. А во-вторых, она постоянно слазит с кровати. То есть резинка у нее какая-то, ну, не мощная абсолютно. Вот. Ну, вот какую-то такую мы покупали, только она была в коробке. В Ашане есть абсолютно все. Мы здесь покупали также подушки, благо подушки нас устроили. Но тут нужно все выбирать под себя абсолютно. Одеяло, вот, ну, все есть. Если вам будет интереснее, подробнее цены на какую-то продукцию, то обязательно об этом пишите в комментариях.